Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Итак, сегодня мы в Синсей и посмотрим кое-какие новинки и то, что мне понравилось. Буду комментировать то, что я буду примерять. Итак, вот такое пальто, это из новинок, появилось в Синсей, в крупную клетку, черно-белое. Сезон осень-зима, потому что оно достаточно такое, ткань плотная, есть подкладка. И очень в нем как-то тепло, мне показалось. Вот здесь я его примеряю с вот такой рубашкой из кожзама или эко-кожа и с гольфиком. Кстати, вот такая рубашка, это тоже новинка в Синсей из эко-кожи. И точно такую же я недавно нашла в секонд-хенде, ну как точно такую же, похожую, да, бренд Little Things, как так называется, забыла, но получается, что та, короче, которая в секонд-хенде, она намного дешевле, чем та, которая в Синсей, и я так задумалась ее приобрести. Та, которая в Синсей, она, знаете, идет как... Она очень теплая, она как ветровка. Вот. На мне также джинсы с белого денима из тоже Синсей. И вот такой гольфик белый. То есть такая получается многослойность. Многослойность я подсмотрела в Изабель Морант. Также вот такие интересные брюки появились. Внизу идет бахрома, такой голубой деним. Также понравилась вот такая зимняя куртка. Очень, кстати, теплая. Это искусственный, сверху идет верх искусственный мех. А низ, типа как, даже не знаю, типа как дубленка, да, из, ну, не натуральная, искусственная дубленка. Такой материал. И вот такой интересный пуховик сейчас померяю тоже в примерочной. Так, смотрите, вот такой пуховик, очень теплый, длиннющий. В нем, конечно же, будет тепло, мне кажется, и в минус 15, не буду говорить минус 20, потому что все-таки есть вещи потеплее, особенно те, которые на, из натуральным, да, идут мехом, наполнителем. Вот, единственное, что здесь странный очень капюшон, на голове черти что, когда вот капюшон ты одеваешь, да, вот этот мех, он торчит какой-то, как будто вот эти вот в Якутии или где там люди живут, и у них вечно на голове «мы поедем, мы помчимся». Так, еще с новинок в Синсей понравилось вот это длинное пальто, стеганое, видите, оно представлено здесь тоже с такими брюками из эко-кожи. Очень классно будет сейчас смотреться, осень, зима, ноябрь, декабрь, можно, мне кажется,
вот такое носить, очень элегантное, а с другой стороны можно миксовать, да, с какой-нибудь спортивной одеждой. Итак, сейчас мы с вами в House Brand, девчонки, магазин одежды молодежной и не очень. Здесь, в общем-то, все смешано, все смешалось. Основные тренды также представлены в House Brand, такие как укороченные пуховики, на голову вот такие бейсболки. Дальше очень понравилась мне вот такая шапка-ведро, утепленная, зимняя, красочная, яркая, очень классная, крутая. Поэтому, девчонки, кому идет такая модель, обязательно приобретите, да, себе вот такую шляпу. Дальше, как я уже, по-моему, говорила, есть много спортивной одежды в этом магазине. Очень понравились брюки. Смотрите, одна половина, наполовину светлый, да, деним, наполовину темно-синий. И также в House Brand стали появляться уже зимние пуховики. Вот такая куртка-пуховик, очень теплая, такого нежно-нежно светло-серого оттенка. Еще мне понравилась вот такая куртка-пуховик из эко-кожи. Ну, естественно, она на синтепоне. Вот, это тоже такой тренд осень-зима 2022. Смотрите, интересные есть вот такие яркие жилетки в стиле 70-х. И справа на картинке, как это можно носить, с чем это совмещать. Рубашка, джинсы, очень прикольно смотрится, мне кажется. Дальше вот такие появились интересные костюмы. Это рубашка, и идут к ней вот такие брюки. Итак, друзья, осенний аутфит, как и обещала, я взяла в примерочную вот такие брюки из светло-черного, лучше сказать серого, да, денима с необработанным низом, взяла жилет вот такой примерить, ботинки и пальто, и смотрим. Брюки на мне 38 размера, уверена, что если бы я взяла 36, они бы меня просто сжимали в районе талии. Это было бы неудобно, потому что в саму ткань не входит эластан. Модель очень понравилась, необработанный низ. Вот, смотрится очень достаточно стильно. И вот такой на мне джемпер-водолазка черного трикотажа, очень удобный. Здесь на мне уже плюс жилетка вязаная и ботиночки, и также пальто в клетку. Сейчас, вы знаете, клетка крупная, клетка мелкая, очень в моде. А вот такая осенняя капсула, поэтому присматривайтесь. Возможно, вам тоже захочется что-то приобрести в House Brand. Пальто прикольно смотрится, но его надо отпарить очень хорошо, потому что вид у него, если честно, чересчур помятый. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Удачного всем шопинга. Пока-пока. А может, просто снегом стать?